что такое? Тебе холодно? Придется потерпеть. У нас с тобой сегодня важное дело. Вот. Это тебе. Это дочки мои. Ну вот. Сегодня я назову твое имя. Но повторит ли его богиня? Обычно имя ребенка называет мать, когда она у него есть. Приходит вся деревня, а матриархи ведут обряд. Но мы-то изгои. И все же мы будем жить по правилам. Чтобы не стать безбожниками, как предтечи, которые отреклись от богини. Это и привело их к гибели. А нам остались чудеса творения. Звери неба, воды, земли и скалы. Одно дело зверь из мяса. Другое – машина. Охотник должен уважать их силу. Я всему научу тебя. Однажды. Матриарх Тирса? Зачем она пришла? Запретить мне провести обряд? Нет, нет, нет. Встань с колен. Пришло время. Не молчи. Со мной ты можешь говорить. Вы пришли дать ей имя? А разве не ровно полгода минуло с того дня? Но мы же изгои. Ты по своей воле, а она, ну... Я верховный матриарх. Благословляю кого хочу. Большая честь. Да, да, ну иди. Имя-то готово? Давай. Великая мать, это дитя нуждается в собственном имени, чтобы твоя любовь грела ее, как восходящее солнце согревает землю. Назови имя! Элой! И дитя обрело свое имя. Прекратите сейчас же! Что ты сделала? Благословила наречение ребенка. Упрямица, ты зовешь это ребенком? Что она тебе рассказала про это, изгой? Отвечай! Я лишь сделал, о чем вы просили. Просили воспитать, но не просили любить. Хватит! А ты благословить ее имя. Я должен служить им. И тебе. Я рядом. И пойду за тобой, куда хочешь.
Элой! Элой! О, как много ягод. Ты у нас настоящий добытчик, Баст. Ну иди, еще немножко набери. Умница, хороший мальчик. Дети, уходим. Она изгой, дети. Не смотрите. Ну-ка. О, пойдем. Фу, крысы. Узковато, но вроде можно пролезть. Это осталось от Железного мира. Древние развалины. Раст не разрешает мне ходить по таким местам. Надо искать отсюда выход. Что-то виднеется. Что это? Мертвец. Вон там что-то блестит. Oh!
Железная дверь. А, заперта. А если эта штука поможет найти выход? Опять огонь, фигура. Она как-то связана с дверью. Цвет поменялся. Дверь тоже поменяла цвет. Сигнал с базы командования роботами. Шифрование «Черный кварц». Перенаправляю на вашу сетку. Знак. Так что, если я вас расстрою, ну извините, я больше никому ничего не должен. Ну, с Новым годом, дорогой дневник.
Можешь себе представить, мы правда устроили праздник? Ну, типа, попытались. Директор Эванс пригласила всех в общий зал. Не знаю, где она взяла праздничные колпаки. Это уже было чересчур. И вот часы отсчитывают секунды до полуночи, и я думаю, интересно, я один понимаю, насколько это символично. Было бы не так плохо, если бы Скайлор опять напилась, но, похоже, то, что у нас с ней было, она считает ошибкой. Молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей, то есть смерти. Извините, подзабыл уже. И препараты эти, которые нам дала Чана, это что-то. Ладно. Ребятки, давайте еще раз. Радуйся, Мария, благодати полная. И Мачу-Пикчу. Всегда хотела там побывать. Так и не сподобилась. Почему я не поехала тогда с Оуэном? Дура. Надо было соглашаться. Достаточно. В тот момент, когда открылась дверь, и я увидела тебя в этом старомодном платье, и ты так улыбалась, мне пришлось отвести взгляд, иначе ты увидела в моих глазах чувство, которое во мне пробудилось. В тот момент я поняла, что мы будем вместе всегда. Раст меня нашел! Я здесь! Хвала великой матери! Скорее, хватайся! Нечего тебе там делать! Давай! Это запретное место, Элой! Да упала я! Это железный мир! А это что? В волосах. Ничего. Ты нашла это внизу? Нет. Дай сюда. Нет. Элой! Такие вещи опасны! Нет! Ладно, раз ты теперь шастаешь где хочешь, пора заняться твоим обучением. Все, пошли. Домой. А завтра с тобой мы пойдем на охоту. Thank you.
Эти фигуры... Что они значат? Так, бери свой лук. Лук? Хватит шептаться с этой игрушкой. Спускаемся в долину. За мной. Будь внимательна, Элой. Тебе нужно держаться рядом со мной и делать, что я говорю. Я знаю. У тебя еще не зажила рана после вчерашнего падения, так что с этого и начнем. Возьми сумку для лекарств. Я скажу, что положить. Видишь вот это растение? Оно называется бальзамник. Иди и собери с него ягоды. Хорошо. А теперь съешь их. Да, они горькие. Зато могут спасти тебе жизнь. Всегда держи под рукой запас целебных ягод, цветов и растений. Где это мы? Эта долина – часть объятий Великой Матери. Объятий? Эти земли оберегает племя Нора. Хищные машины здесь не бывают, как правило. Ниже по течению будет стадо машин. Я покажу тебе, как на них охотиться. Они опасны? Все машины опасны, Элой. Их силу нужно уважать. Но с тобой буду я. Элой, вон машина. Пригнись и живо за мной в заросли. Тихо! Не высовывайся! Мыши! Нет, Элой. Такие машины зовутся рыской. Надо уметь от них прятаться, иначе тебе здесь не выжить. Я покажу. Слушай и делай, как я. Замри! Пускай пройдет! Теперь иди за мной вон туда, в заросли, и не шуми. Еще один. Подожди. Так, теперь за мной. Медленнее идешь, меньше шумишь. Пригнись и крадись, шума совсем не будет. Подожди. Это был последний. Идем. Молодец. Тебя не видели и не слышали. Идем. Стадо уже совсем близко. Понесло. Тэп, ты где? Отвернись. Мы изгои, а он в племени. Может, ему не нравится в племени.
Значит, он дурак. Ладно, пойдем искать стадо. За мной. Вон, видишь? Эти называются бегуны. А, брысь! Зачем ты их прогнал? Чтобы показать тебе. Некоторые машины убегают, едва тебя завидев. К таким надо подкрадываться. Не волнуйся, мы их еще нагоним. Вот увидишь. Теперь иди найди пару камней, чтобы умещались в ладони. Зачем? Не спорь, Лой. Иди набери камней. Я покажу, что с ними делать. Годится. Идем. Сейчас будем бросать камни. Но камнем ведь машину не повредит. Нет, но можно отвлечь, заманить в ловушку. Видишь, там рыскарь. Надо его убрать, всполошить стадо, и тогда они все успеют разбежаться. Всполошит? Как? Машины общаются между собой, если не заткнуть им пасть. Стой тут наверху. По сигналу бросай камни, гони рыскаря ко мне. Жди сигнала. Элой, брось ко мне камень. Вот так. Теперь путь свободен. Забери из него детали для стрел. Хорошо. А теперь нарви стеблей древесника. Вот он растет. Из стебля выйдет древко. Из металлических деталей наконечник. Можешь сделать новые стрелы, если колчан опустеет. А этим есть применение. Пошли. Так, сиди в траве тихо и не высовывайся. Пора тебе попробовать силы в охоте. Бегун. Слабая машина. Но даже слабая машина может убить того, кто неосторожен. Смотри внимательно. Шкура толстая, но есть уязвимые места. Вот глаза. А еще что? Емкость на спине. Это его слабое место? Да. Как ты догадалась? Мне эта штука подсказала. Это игрушка? Хватит дурачиться. Убей этого бегуна. Целься в глаз или в емкость на спине. И будь готова отпрыгнуть, если он на тебя бросится. Еще!
Сегодня ты справилась, но тебе еще много всего предстоит усвоить. Завтра опять потренируемся. Что это? Тот мальчик. С тропы испытаний. Идем, быстрее! Поздно машины найдут этого мальчика и растерзают его. Если я выстрелю, стадо охватит паника и его затопчут. Но я вижу, куда они пойдут. Хватит уже сочинять. Правда, я могу прошмыгнуть. Не вздумай. Ugh.
Это не игрушка. Стойте. Благослови ее, богиня. Вас обоих. Она меня спасла. Я просто... Парень! Замолчи! Они оба изгои. А она... безродная. Идем. Сердце матери. Мальчик не должен был с нами говорить. Это запрещено. Пойдем домой. За мной. Я знаю дорогу. Замолчи, парень. Замолчи лучше. Замолчи, парень. Закрой свой рот. Уходи, безродная! Посмотрю. Ну-ка, не дергайся. Сейчас. За что? За что они меня изгнали? Элой, сейчас не время. Кто была моя мать? Элой, я же говорил, нам не дано это знать. Матриархи отдали мне тебя еще младенцем. То есть матриархи знают? Все не так просто. Они знают? Элой, мы изгои. Как добиться от них ответа? От матриархов? Ну, есть один способ. Расскажи мне. Но это опасно. Как? И надо много лет учиться. Ну и пусть. Что нужно сделать? Скажи. Инициация. Обряд посвящения для молодых. Кто пройдет, станет воином. А самому лучшему... матриархи дают награду. Награду? Да, все, что только пожелаешь. Я согласна. Я справлюсь. Я стану лучшей. Ну что ж, тогда пора приступать. Это будет тяжело. На это уйдут годы. Начинаем? Да! Пошли!
Баст! Раст! Раст! Где он? 2 дня до инициации, а он куда-то ушел, ничего не сказав? Это на него не похоже.